Расскажи, что сделать, если ты случайно ударил свою жену сковородкой. Нужно позвать ее подругу. Всем приветики, мои пузатенькие дельфинчики. С вами принцесса по имени Рузик. И мы сейчас разберемся, что случилось. Смотри. Что ты плачешь, моя золотая? Он тебя сильно ударил? Друзья, всем привет! Хотим порекомендовать вам канал Flip Flap. Это канал для самых маленьких и не очень, а также для их родителей. На Flip Flap вы найдете много развивающих развлекательных видео. Вы учите цвета, формы, растения, животные и многое другое на английском языке. Поиграете с героями в масках, чудиками и другими персонажами. Будет очень интересно. Заходите на канал по ссылке в описании, подписывайтесь, ставьте лайки и приятного просмотра. Моя золотая, не плакай, что случилось? У меня дочь пропала. Аман, ты на Вайбер писала? Да, тишина. Конечно, тишина, надо на Вайбер писать. Она вот записала. Да, открытку анимированную отправила. Вай, мама, она поэтому и молчит. Так она же анимированная. А она в Инстаграм сегодня что-нибудь вылаживала? Нет. Значит, она не пообедала. Она всегда еду в Инстаграм выставляет. Чтобы найти подростка, нужно думать как подросток. Пробовала, ничего не получается. Я только рэп написала. Грустная жизнь, одинокая. А не надо, не надо. Так, давай я ей попробую позвонить. Я у нее сегодня телефон забрала. А продолжение этого восхитительного ролика смотрите у меня на страничке. У нее. Всем приветики, это Лайфхакер, пацанушки и рузаночки. Мы не бреем ножки. Мы у мамы кошки. Сегодня мы расскажем, как привлечь внимание парня, который тупой нахрен ни хрена не догоняет, который вам нравится. Для начала нужно привлечь его внимание. Butterfly does. Space coupe look like a UFO. Мама, ты зачем меня в магазине оставила? Так, не забудь хлеб. Сейчас я тете Вале анимированную открытку отправлю. Хочу сиденье. Так не бывает на свете, что были потеряны дети. Hello everybody, this is Lifehack from Marshall Zik. И сегодня мы будем учить английский язык. Wife? Wife? Жена! Что? Это что такое? Яблоко. Это apple. Это что такое? Ручка. Это pen. Жена, you are very, very stupid. Тупая. Говорила мне мама. Предупреждала меня мама. Не выходи замуж за преподавателя английского. Да хватит! И это мне говорила только твоя мама. Итак, lesson one. Повторяй. Please, this one pen is my ass. Lesson two. Уходи по-английски. Пошел отсюда. Привет, Майки Сяо. Знаете, кто у меня в гостях? Человек, который разорил десятки гостиниц, потому что ты взяла оттуда полотенце.
Брякс, брис, мяу, или как ты там говоришь? И я говорю, будем сейчас веселиться. Алей, оп. Хочешь, покажу тебе, как кошка рогает? Давай. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Подведем глазки. Ты тупая! Многих ты уже накрасила? Очень многих. Я думаю, может, мне тоже начать мейкапить на своей страничке. Слушай, где прошли армяне, татарам нет прохода. Татарам зеленый цвет везде. Свет везде зеленый. Губы ты не свои, я сразу вижу. Моя Регина Керри почти готова. Всем привет, это Кайфа Каташа Тика. Короче, я купил домой Коля. А что ты? Это что за манго за минималку? Он даже жару не дает. Какой манго? Это Коля. Что ты меня бьешь? А ты зачем мацун испортил? Какой мацун? Это вообще-то молоко. Молоко зачем испортил? Да ты задолбала, заткнись, вот, затянись. Сударь, мне кажется, вы немножко недожарили и немножко довыпендривались. Да. Привет, моя кися. С вами снова я. Красивая? Не очень. Сейчас всеку тебя за это. За окном снег, слякоть, гололед. Пришла весна. Ну как, вы уже поняли, мои кисули, сегодня мы делаем весенний макияж! Делаем яркие весенние маски. А с чем у тебя ассоциируется весна? Тепло, солнышко, цветы. А у тебя? Ну, масленица, блины. Понятно. Ну-ка, это скитл-стрянка? Кубки бантиком, бровки домиком. Сделаем яркие тени, все должно быть максимально ярко. От сердца и почек дарю тебе цветочек! Поехали! Ты мне что, кому-то подарить собираешься? Да, дядя Шуту, в цветочную отдам. Оп, оп. Ну, собирайся, пошли. Куда? Сжигать тебя будем. Я же говорю, я масленицу люблю.